Всем привет! С вами Многогранник. Хочу представить вам робота Коала. Итак, как я уже сказал, это робот Коала. Я его сделал вот в таком вот исполнении, и сейчас я про него расскажу. Ну, начну, наверное, с ног. Ноги. Достаточно мощные. Здесь специально два таких шипа, для того, что если прилетает удар с коленки, то может и пробить металлическую какую-нибудь броню, ну и вообще разнести. Вот, если посмотреть сбоку на ноги, то они тоже достаточно защищены по бокам. Хорошие, мощные ноги, я считаю. Если поднять руку, исполнение здесь вот такое вот. Сама рука защищена двумя щитами от плеча до предплечья с шипчиками по бокам. Шипчики тоже являются как оружием, так и защитой. Очень важная вещь в бою. Что еще хочу сказать? Ну, спина. Спина защищена вот таким вот щитом, который тоже не пробьешь, он как плита. Вот. Управляться этот робот может как сам в автоматическом режиме, так и колом. Колом это осуществляется, когда он сидит в кабине. На данный момент он в кабине. Вот эти вот боковые тоже такие, как бы ребрышки открываются и закрываются. Это когда кол в кабине. Ну, естественно, когда он не в кабине, то просто он оттуда выходит, и все это закрывается, и все. Вот такой вот получился у меня робот. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.